Велодень. Именно так можно было охарактеризовать спортивное событие. Количество любителей велоспорта и велопрогулок оказалось внушительным. В рамках семейного праздника, а именно таким его задумали организаторы, гостей ожидало немало сюрпризов и неожиданностей. Для велосипедистов была подготовлена эстафета, викторины, любительский марафон, встреча с именитыми спортсменами, мастер-классы и фотозона. Мы пригласили родителей, их деток с велосипедами и без велосипедов, для того, чтобы они поучаствовали, так скажем, в велосипедной жизни нашего города. Цель встречи понятна – развитие велодвижения в городе над Бугом, популяризация его как городского каждодневного транспорта. Главная миссия организаторов встречи – информационно-просветительского учреждения «За Велобрест». К слову, сегодня в городе над Бугом велодвижение развито достаточно хорошо. Со слов координаторов праздника, около 1300 брещан неравнодушны к этому удобному и, что важно, экологически чистому виду транспорта. Крутить педали – сегодня это модно. Это тот вид транспорта, который позволяет тебе преодолевать довольно большие расстояния, даже больше 100 километров накручиваем, это не проблема. И зато это экологически чистый вид транспорта. Мы не создаем никакие заторы, нет пробок на дорогах. Прекрасно перемещаться, прекрасно общаться. Можем доехать гораздо в более интересные места, чем автомобилем. Район Ковалева лучше всего оборудован. Во-первых, у нас есть грибной канал, на котором тоже разрешено кататься на велосипедах в любое время абсолютно. Вот. Центр у нас сложно с этим делом все. Сейчас уже начали вот пешеходные переходы, именно велосипедные делать тоже через главные улицы города Бреста. Раньше надо было только пешком, сейчас можно на велосипеде. Очень удобно, очень здорово, что это все делается. Шоссейные, горные, туристические, прогулочные. Сегодня велосипед – важный элемент городской жизни. На двухколесном транспорте можно увидеть все больше людей. На праздник кто-то пришел, точнее приехал, как и полагается, всей семьей. А велопарад объединил людей разных возрастов, подарил им массу новых впечатлений, заряд энергии и хорошего настроения.